Одним из важнейших критериев духовности является признание наличия некого тонкого мира бытия вокруг нас, которое, безусловно, не ограничивается только физическим, которое мы воспринимаем через свои органы чувств. Это, безусловно, признание наличия духовного мира вокруг нас, тонкого мира. Но это не просто признание наличия его, это умение еще входить с ним в определенные взаимодействия, в какие-то контакты, которые приносят людям необычные переживания, которые граничат с откровениями, ну и по крайней мере это вдохновение, которое человек получает на различные направления своего творчества. Безусловно, источником вдохновения всегда является тонкий, невидимый духовный мир, наинизшим проявлением которого является наше индивидуальное высшее «Я».